Довольно. Ты меня совсем замучаешь. Кто вы такой? Может быть, колдун? Нет, не то. Фокусник? Не то. Ага, теперь я понимаю. Вас, вероятно, зовут не то. Только я, признаться, никогда не слыхал такого имени. На этот раз ты угадал. Меня действительно так зовут. И знаешь почему? Все, кто имеют со мной дело, считают, что я совсем не то, что им нужно. А какие у вас дела? Ну, работы у меня достаточно. Все лучшее, что создано на Земле человеком, создано при моем участии. Когда-нибудь ты это поймешь. Не то. Все не то. Здравствуй. Ты меня, кажется, звал? Кто вы такой? Ты, видно, меня не узнал. Вспомни портрет, который ты когда-то нарисовал. Не говорите мне о моих работах. Ничего у меня с ними не получается. Сколько ни бьюсь. И почему только всем нравятся мои работы? Как это всем? Мне, например, не особенно нравятся. Вам не нравятся мои картины? А что ж тут такого? Ведь тебе они тоже не нравятся.
Ты меня опять не узнал. Я все ждал, что ты меня позовешь. Но ты так и не позвал. Ты, видно, вполне доволен своей работой, и поэтому забыл про старика не то, который один может помочь создать что-нибудь путное. Вот перед тобой твои картины. Посмотри на них моими глазами. Что это? Разве это мои картины? Нет, это не то, не то, не то, не то. Ты зовешь меня, но теперь уже поздно, к сожалению, поздно.